давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, всем привет, дорогие друзья. И сегодня у нас такая новость. Xiaomi Max можно купить со скидочкой аж 20 баксов. Стоит он сейчас $150 в магазине Black Peak. Осталось 4 дня до окончания акции, так что бегом спешим, покупаем. У компании Xiaomi уже есть смартфон под названием Mi Max в ассортименте, однако в модельном ряду появилось еще одно устройство с практически идентичным названием. Новинка Xiaomi Max получила процессор семейства MediaTek Helio P10 MT6755 и 5,5-дюймовый экран IPS от Sharp, разрешение Full HD, алюминиевый корпус, сканер отпечатка пальцев на задней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Совсем как у другой модели Xiaomi флагмана Super. Отличается Xiaomi Max объемом оперативной памяти, который составляет 3 гигабайта. Объем флеш-памяти 16 гигабайт, то есть вдвое меньше. Однако набор камер аналогичен. 13-мегапиксельная тыльная от Panasonic и фронтальная на 5 мегапикселей с датчиком Galaxy Core GC5005. Интересно, что в данной конфигурации присутствует усилитель звука Avinik AW88, хотя производитель не заостряет на этом внимание. Оригинальной особенностью является разноцветная подсветка кнопки Home. Дополняет характеристики разъем USB Type-C и прошивка на базе Android 6.0 Marshmallow. Цвета корпуса ограничены серым и золотым, но выглядит смартфон очень стильно, что вместе с сочетанием с достойными характеристиками и невысокой стоимости может быть отличным выбором. Наверное, не может быть, а это и есть отличный выбор, как по мне, в принципе, с такой батареей, в принципе, с такими характеристиками, очень даже хорошими, то есть, то, в принципе, можно брать. А характеристики у нас такие. Так, процессор у нас MediaTek Helio P10, 2 Гц частота, 8-ядерный, 64-битный 3D-ускоритель на Mali T860, 700 МГц частота у него, операционная система Android 6.0, оперативки 3 ГБ, внутренняя память 16 ГБ, поддержка карт памяти до 256 ГБ, 5,5-дюймовый экран от Sharp, емкостный сканер отпечатка пальцев, так, то есть емкостный экран и сканер отпечатка пальцев, сеть LTE у нас поддерживает и всевозможные частоты. Так, GSM, там все дела, сим-карты, один слот микросим и второй слот тоже микросим, беспроводные интерфейсы, Wi-Fi и Bluetooth, так, навигация GPS, а GPS и GLONASS есть, камера, так, это мы уже все знаем. В общем, вот такой вот у нас телефончик, ребятки, так что пока скидочка, спешим покупать, если вам очень надо. Всем спасибо, пока!